Привет всем, друзья! Если у кого-то где-то завалялась ненужная клетка, не выбрасывайте ее, я покажу, как сделать из нее красивый декор для огорода. В нижней части клетки поддонный нужно достать. В дне клетки просверлить отверстие. Большую часть дна клетки лобзиком выпилить, как показано на видео. Лотки обратно в клетку установить. Чтобы придать красоту и освежить клетку, нужно ее покрасить. Я использую аэрозольную золотую краску. Краске нужно дать высохнуть. На земле необходимо выложить круг камнями и по центру насыпать керамзит. С двух сторон круга камней параллельно друг от друга пробурить отверстия или же просто лопатой выкопать. В пробуренные отверстия вкопать рогатки, и чтобы они не шатались, их нужно утрамбовать. Сверху на рогатки положить перекладину. В клетке поддон выдвинуть. В выпиленное дно клетки вставить горшок с цветком. Горшок с цветком приподнять, поддон задвинуть. Горшок с цветком поставить на поддон, дверцу в клетке закрыть. В центре круга на керамзит поставить клетку. Получилась декоративная красивая клумба, сделанная своими руками. Эта самоделка придаст индивидуальность и украсит ваш участок. Кому такая идея для декора была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.